Всем доброго времени суток. И сегодня мы рассмотрим один из таких инструментов от компании Native Instruments в сэмплере Contact. Называется он Retro Machines MK2. Инструмент этот называется так, потому что он в себе собрал самые популярные синтезаторы эпохи 70-х-80-х годов, которые набирали огромную популярность в электронной музыке. Электронный танцевальный, то есть прородили уже потом всю эпоху электронной музыки. Открываем здесь Instruments кнопочку, и мы видим несколько папок. Здесь разбиты на папки представленные инструменты. Их довольно-таки много, я пробегусь немножко прямо совсем, посмотрим. Они долго не загружаются, много не весят, но очень классные настройки у них, гибкие. Звук тоже очень разнообразный, можно использовать. Это не значит, что вот они старые и совсем никому не нужны. Это очень классные аналоговые звуки и очень достоверные. Сейчас они довольно-таки даже, мне кажется, часто везде используется. Просто никто не понимает, что это звук вот именно того синтезатора когда-то. Так, поехали, посмотрим. Аналоговые синтезаторы, аналоговые машины, как хотите называйте. Послушаем маленечко. Кроме того, что их так много, в каждом, соответственно, синтезаторе есть настройки. Здесь вы можете их крутить, как хотите. Вот осциллограмма, соответственно, самого звука, как будет звучать, допустим. Но здесь без изменений, потому что звук очень короткий, сэмпл. Здесь sound variation — это, ну, звуковые вариации. Соответственно, вы видите, ну, грубо говоря, это пресеты, готовые пресеты, между которыми вы можете переключаться и выбирать звук, который вам нравится. И, соответственно, самим можете подстраивать как угодно. Как видите, это очень гибкий инструмент, и если полазить, разобраться, то, соответственно, можно очень крутить классные, крутые звуки. Даже, мне кажется, не вдаваясь в подробности всех крутилок и не зная английского языка, мне кажется, тут каждый мало разберется. Послушаем другие синтезаторы. Выходим из этой папочки, можно выбрать, я не знаю, вот это название, это, насколько я помню, я не разбираюсь в синтезаторах и не фанат их, но это название именно тех синтезаторов, которые были Poly 6, Mini 700,
Мини 700. Давайте посмотрим. Еще напоследок давайте посмотрим квадру. Давайте еще последний инструмент. И послушаем, давайте, как будет это все звучать в произвольной форме. Сейчас минутку. Ну вот, в принципе, наверное, и все на этом. Потому что я не вижу смысла делать долгое видео, рассматривать каждый инструмент отдельно. Мне кажется, каждый сможет сам посмотреть, послушать все, что я мог, я показал, и вы смогли представить, в принципе, что это за этот инструмент и где его можно использовать. Я думаю, любители синтезаторов, техномузыки, какой-нибудь танцевальный, дабстеп и так далее, мне кажется, это оценят. Тут очень есть хорошие басы. Но также я не списываю со счетов простых инструменталистов. В принципе, влиться этот инструмент может и в джаз, и в блюз. Я думаю, тоже неплохо будет звучать. В общем, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рад ответить вам на ваши вопросы. Вопросы можете оставлять в комментариях. Всего доброго, до встречи.